Нет, сначала самолет. Не знаю, если дофига климп взять, типа, градусов 20. Мы скорость, конечно, очень сильно потеряем. Но зато быстро высоту наберем. Все, мы не дотягиваем до него. Ой-ой-ой, на закрутках летел. Блин. Это беда. Но он где-то 1000, кстати, держит. По идее. 500 метров в час. Давай до 1000, до 1000. Число Маха 0,84. 995 метров в час. Даже число Маха показалось, смотрите, как клево. Раньше, по-моему, такого не было. Как рада летает, пипец. Ну, конечно же, он еще и танкует при всем этом деле. Я же стреляю всего лишь Браунингом М3. Ну, наконец-то. Все, движка нет у него. Мы сбили самолет. Спасибо за подписочку. Наконец-то мы кого-то сбили, блин. Вольво. Ой, это что это? Приправа, что это? Ой, как. Ну, короче... Ай, забыл карту, как называется. Короче, забыл карту, прикиньте. Хотя она мне нравится. Да что с маневренностью? Педантичинская. Блять, я своего сбил-то серьезно? Тундра, блядь. Лундра, полундра. Подожди, это я рад сбил какой-то. Минус 3. Даже минус 4, потому что я сейчас сбил своего. А, пулеметов 50 осталось. А, да, переправа через Рейн. А я что, изначально правильно сказал? Помню. Сказал, что не она. Правда, они так низко летят, но... Нормально. Я думаю, 50 патронов у меня сейчас так вылетит быстро. Вот и все. Боезапас кончился. И... Да. Ставьте Лукас, ребят. Мы сбили еще один самолет. Это четвертый самолет, между прочим, за бой. На реактивах. В моем еще исполнении. Все, набираем высоту, потом падаем, я думаю, на него. А, он же в воздухе резница. Твою мать. Ну, блин, 4 фрага я и так сделал больше, чем мог. Он разбился. Да ладно. Мы выиграли, ребят. А, подожди, может и нет.
Там бывает разбиваешься, но тебя могут починить. И мы, кстати, сливаем по очкам. А, нет, одинаковое количество очков у нас. Мишка? А, не, вон он. Но он, кстати, маневровее меня. Намного. Здравствуй. Привет. Может, пострадаем на Маусе? Подожди. Ну все, мне пизда. Блять, ну он разбился, как хуй его починило. У него всего 120 снарядов. Мангишос, правда. Блять, что за самолет? Меня сейчас аэродром снесет. Снаряды он расстрелял уже все. Хуйня. Будем подсасывать. Блять, мы по очкам не все равно не лидируем. Вот проститутка. Вот ты проститутка. Ну ты и мразь. Ну ты и тварь. Ну ты и уёбок. Он специально меня на аэродроме, блядь, таскает. Сука. Просто сука. Но он без снарядов, это сучка без снарядов. У него вариант только тараном меня забрать. Я фармлю, бля, просто деньги с опытом. Ай-я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 й. Блять, ну ты заебал, давай уже бой закончим. Аэродром, блядь, подъебывает. И снарядов 300. 80. Да какая зенитка бьет? Вот это? Ой-ой-ой-ой-ой. Близко, 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 близко. Так, одну. Еще одну. Блять, не попал. А, очки! 54 очка. Это пидор на ничью, блять, идет. Ну, пидор. А он, кстати, может на неполной тяге летать. Глеб, привет. У меня 228 снарядов, ребят. Я только на ПВО могу их потратить. Это ничья. Ну, либо я сейчас собьюсь. Не сдохнет аэродром, так легко сказать. Пробил, блядь. Он все еще на то. У него еще работает двигатель. Кончился движочек. Кончился движочек. Попал. Падай, сука. Давай, блядь. Два снаряда. Два снаряда. Блядь, идите нахуй, я выиграл этот бой. Появились новые цели. Блять, не попали по мне. Блять, я не попал последними двумя снарядами.
А, уже летит. Нихуя у него скорость, блядь. Бля, если бы я попал, может быть, я бы выиграл. Пиздос. Давайте на ничью тогда пытаться. Почему очки перестали тратиться? Идите нахуй. Бля, какой бой. Какой упоротый бой. Я просто в ахуе. 2,5 километра. Но он меня собьет. Давайте, давайте, зениточки. Да, он горит нахуй. Да, наш аэродром лучший аэродром. И нахуй я выиграл? Я выиграл этот бой, иди нахер. Да. Сосать. Бля, ребят, ставьте Лукаса, это просто... Просто охуенно было. Иди нахуй, блядь. 15 минут. А, кайф. 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 От кометы не улетишь, ребят. Нам просто повезло, что мы топовые. Блин, я сбился его еще.